Привет, друзья! Сегодня делаем обзор крутого сервиса Envato. Посмотрим его плюсы, минусы, можно так сказать. И вы сами решите для себя, покупать ли его или нет. Погнали! Заходим на главную страницу сайта. Как видим, здесь написано комплексная неограниченная творческая подписка. Смотрим, есть шаблоны видеороликов, графические шаблоны, шаблоны презентации, фотографии, шрифты, шаблоны даже WordPress для создания сайтов, 3D, royalty-free музыка. Нажимаем посмотреть все категории. Посмотрим, что у нас есть еще. Как видим, стоковые видео, видеошаблоны. Давайте рассмотрим каждую по порядку. Стоковое видео, видеошаблоны, музыка, звуковые эффекты, графические шаблоны. Погнали. Заходим на страничку стоковые видео. Как видим, здесь видео разного рода. Слева видим, есть фильтры. Можно выбрать качество, как видим, даже доступно 4К видео. Даже можем выбрать частоту кадров, длину. Можем выбрать еще зацикленность, либо альфа-канал, если вы дальше хотите обработать или добавить эффекты для ваших видео. С этим понятно. Дальше заходим в шаблоны видеороликов. Как видим, здесь есть шаблоны по motion анимации. Также фильтры. Можем выбрать то, что нужно. Даже можем выбрать форматы для программ, как и для After Effects, так и для других программ. Premiere, DaVinci, для Apple, Final Cut и Apple Motion. Как видим, здесь большой выбор. И уже по вашим желаниям вы уже можете искать, выбирать, скачивать. Дальше посмотрим аудиодорожки. Здесь также есть фильтры. И вы, нажимая на любое аудио, можете прослушать его, выбрать и скачать. Ну, тут уже вы сами, думаю, разберетесь. Дальше заходим в звуковые эффекты. В принципе, тут то же самое. Заходим в шаблоны графического дизайна. Тут, как видим, также есть фильтры. Можем прям по категориям выбрать. Даже выбрать RGB или SMIC. Ориентации. Программы, естественно. В принципе, все, которые работают на рынке. И также здесь уже их большое количество, и тут уже на вкус, как говорится, вы будете искать, использовать что и как. Дальше поехали. У нас есть также категория графика, есть шаблоны презентации, фотографии, шрифты, расширения, веб-шаблоны, шаблоны для движков WordPress и 3D элементы. И вроде на этом заканчивается. Поехали. Стоковое видео мы посмотрели. Аудио. Окей, графика. Здесь, в принципе, также элементы для дизайна. Как видим, подборки. Даже есть разные тематики. Также есть фильтры. Мы можем выбрать, как нам удобно. Окей, с этим понятно. Дальше. Шаблоны для презентации. Как видим, в принципе, представлены все популярные программы. Keynote, PowerPoint, Google Slides. Ну, наверное, в СНГ более популярен, наверное, PowerPoint. Но, в принципе, Keynote тоже пользуются. Также здесь есть разные тематики, готовые шаблоны, крутые дизайны. В принципе, вы можете за пару минут быстро состряпать готовые по шаблону презентацию, по своему вкусу редактировать. В принципе, я уже использовал его не раз. Он очень хорошо экономит время. Погнали дальше. Есть фотографии в высоком разрешении. Если вы будете использовать фотографии для коммерческого использования, проблем нету, так как вы покупаете доступ, у вас есть все авторские права, и у вас не будет проблем с этим, и вы можете спокойно его, то есть эти фотографии, использовать.
Даже, кстати, можно выбрать по цветам, он помогает поиск. Ну, по категориям, в принципе, все понятно, по фильтрам. Погнали дальше. Шрифты. Мое любимое, в принципе, я часто отсюда скачиваю лицензионные шрифты, очень большой выбор, часто пополняются. И, в принципе, очень большая база. Есть поддержка как и кириллических букв, поэтому, в принципе, будет полезен и русскоязычным дизайнерам, и англоязычным. И так как в Казахстане набирает популярность латиница, в принципе, это вообще, так скажем, кладезь для дизайнеров. Есть помощь также с фильтрами для поиска шрифтов. Ну, я думаю, с этим понятно. Далее. Расширение. Будет полезен инструмент для дизайнеров, для обработчиков фотографий, кто любит очень использовать эффекты. Есть для Photoshop, Lightroom, Illustrator, даже для Procreate, Figma и, в принципе, менее популярного сейчас Sketch. Есть пресеты, кисти, стили слоев и палитры. Далее. Шаблоны сайтов. Будет полезно, я думаю, начинающим дизайнерам, так как здесь я плюс-минус не скажу, что есть прям классные дизайны, но вполне добротные и хорошие. В принципе, когда-то я их использовал, но, естественно, редактируя. Также выбираем здесь с PSD, либо еще какие-то виды по фильтру. Далее, шаблоны для движков. Я думаю, здесь все представлены популярные движки, для которых подойдут эти шаблоны. В принципе, их не изучал, но думаю, здесь вы тоже можете найти очень множество красивых дизайнов. Темы и расширения для WordPress, как видим, тоже неплохие. Окей. 3D-модели. Можете скачать 3D-готовые модели. Можете использовать их в дизайне, в видео, ну, не знаю, в принципе, для всего. Прикольненькие модельки. Теперь к цене. Всего это добро стоит $16.50 в месяц. Я думаю, это очень уникальное предложение на рынке, так как альтернативы такого качества и такого контента вы, наверное, не найдете вообще. Потому что, как показывает мой опыт, это очень выгодный сайт для использования для креаторов. Если вы начинающий, там, скажем, дизайнер или мобилограф, видеограф, этот сайт прям незаменимая вещь для вас. Для более опытных, я думаю, тоже подойдет, потому что можно использовать очень множество элементов, которые сэкономят вам очень много времени. Ну, на этом, я думаю, все. Если вам был полезен ролик, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь. И до встречи в следующих полезных обзорах.